Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашего котика Тома. Итак, включим свет. Привет, Том, как дела? Ой-ой-ой, давайте-ка отведем ему в туалет. Вот такой вот забавный костюм зомби. Шортку зомби мы купили в прошлой части. Итак, друзья, здорово! Наш Том перешел на 42-й уровень. И награда 250 золотых, здорово. Супер милая ванная, улучшенная галактическая ванная и очень жуткая ванная. А ну-ка посмотрим, что за супер милая ванна. Ага, вот такая, здорово. Здорово. 1000 золотых стоит. А еще какая там есть? Ага, и вот такая. Улучшенный галактический санузел. Ага. Здорово. И обои супер милая плитка появились новые, галактическая. И вот такая очень жуткая плитка разблокирую. Кроме того, еще разблокировался коврик. Ага, вот такой вот. Забавно. И еще двери. Супер милая дверь, улучшенная галактическая. И очень жесткая заслонка. Здорово, друзья. И кроме того, еще обои разблокировались. Да, интересно. Ой, какие жуткие с черепами. Ну, пока давайте остановимся. Давайте помоем Том. Вот такой вот зомби Том в костюме. Мы купили в прошлой части. Так, смоем. И рассмотрим. Здорово. Костюм. Да, здорово, отлично. А теперь покормим его брокколи. Это сегодняшнее задание. Поэтому зайдем сейчас в магазин. Купим брокколи. Ой, не туда зашел. Зайдем в магазин. В еду. В еду и купим так. Вот, брокколи. Отлично. И теперь покормим Тома брокколи. Вот. Здорово, 180 золотых монет заработано, отлично. А теперь можно и основать. Ну ты даешь, Том. Так, вот тебе картошка, яйцо жареное, огурец и еще всякие вкусности. Да, отлично, еще стаканчик молока, здорово. А ее оставим на прошлый раз. Отлично. И давайте-ка сейчас переоденем нашего Тома. А то этот зомби что-то какой-то страшноватый. Зайдем в гардероб. Снимем пиджак. Вот так. Отлично. И посмотрим, что у нас шерстки зомби. Так. Вот этот очень интересно было бы. Шерсть Мэнкинеко. Но пока она закрыта. Она только 44 уровня. И вот эта голубая шерсть пришельца 46-го. Ну, пока подождем. Давайте выберем какую-то зараз прикольненькую. Так, вот эта бриллиантовая шерсть очень красивая. Переливается. Так, белая шерсть тигра. Шерсть культурист. Радужная шерсть. И леопардовая шерсть. Сиамская. Племенная. Снеговик. Франкин Том, шерсть пумы, золотая, шерсть желатиновая. А ну-ка, давайте-ка попробуем вот этот Франкин Том. Ой, нет, вот Франкин Тома надеть. И попробуем вот этот пиджак, который я купил в прошлой части. Посмотрим, как он будет смотреться. Не романтический, а классический костюм. Хотя, смотрите, как здорово костюм художника идет Франкин Тому. Вот такой вот классический костюм. Смотрите, как здорово ему идет. Хотя костюм художника... А смотрите, как здорово костюм плохого паня. Тоже подходит Франкин Тому. Белый костюм не так. А костюм плохого паня довольно-таки неплохо подходит. И возможно... Так, или классический, или костюм плохого парня. Все-таки давайте оставим на костюме плохого парня, остановимся. Что с глазами? Золотые глаза Франкентома не идут.
Давайте попробуем серебряные глаза или желтые, карие, оранжевые, красные, голубые, зеленые. Нет. Давайте оставим вот эти желтые. Вот так. Или серебряные. Давайте желтые оставим. Вот так, здорово. Так, а посмотрим, что еще шляпы можно. Ну, если шляпу надеть, то Франкентом весь исчезает. Пока давайте не будем надевать, а посмотрим, что с очками. Стоп, а где же наш Франкентом исчез? Вот. Вот такой вот Франкентом. Здорово получился у нас. Гардероб, а как же очки? Ага, когда очки надеваем, тоже Франкентом исчезает. К сожалению, хорошо, пока не будем надевать. А давайте-ка мы сейчас сыграем с нашим Франкентомом в какую-то интересную игру. А в интересную игру мы сыграем. Сыграем. Давно мы же что-то не играли. Только вверх попрыгаем с нашим Томом. Так, прыжок. Отлично, здорово. Здесь собрали монетку, а теперь прыгаем сюда, чтобы взять мешочек. Отлично, да, здорово получилось. И еще вот так. Очень хорошо. И еще прыжок. А, фу, чуть не упали. Следующий прыжок. Отлично, здорово, все получилось. Еще вот так. Очень хорошо. И еще прыжок. Здорово. Прыжок. Отлично. И еще прыжок. Хорошо, здорово. И теперь так. Вот сюда. Ай, к сожалению, наш Том упал. Какая неприятность. Ну ничего, раз такое дело, давайте побольше еще заработаем денежек для нашего Тома в игре соединения. Так, вот так. Здорово. И еще попробуем вот такую комбинацию. Отлично. Хорошо, продолжаем. Еще вот так. Отлично. Следующая комбинация у нас будет вот такая. Да, отлично, друзья, все получилось. Итак, играем дальше. Пробуем разные комбинации. Здорово. И еще вот так. Да, отлично. Все пока у нас получается. Здорово. Продолжаем. Теперь попробуем вот такую вот комбинацию. Отлично. И еще вот так. Очень хорошо. Вот, все получилось. Это нужно на скорость проделать. Да, отлично. Итак, следующая комбинация у нас будет вот такая. Да, здорово, друзья, все получилось. Давайте дальше. Что здесь мы можем придумать? А ну-ка попробуем вот такую вот комбинацию. Отлично, все получилось. Итак, следующая комбинация у нас будет вот такая вот. Да, здорово получилось. Теперь попробуем вот такое вот соединение. Получится ли у нас? Да, отлично получилось. Хорошо. Пробуем следующую комбинацию соединений. Итак, да, здорово, друзья, тоже все получилось. Теперь попробуем вот так поделать. Да, отлично. Синий-синий, оранжевое, нет, вот, розовое и желтое. Отлично. Теперь попробуем вот такое розовое, зеленое, голубое и синее. Да, получилось у нас такая комбинация соединений. Здорово. Желтое и голубое. Отлично. Так, фиолетовое, нет, это что-то не так. Вот, фиолетовое, голубое, красное и серое. Отлично. Продолжаем. Теперь попробуем вот такую вот комбинацию, друзья. Отлично, здорово. Все получилось хорошо. А теперь вот так. Да, отлично, друзья. Хорошо, продолжаем. А теперь мы попробуем вот такую вот комбинацию. Отлично, все здорово получилось. Хорошо. И мы продолжаем. Вот так. Вот так, друзья. Да, здорово получилось. Так, еще попробуем вот такую вот комбинацию. Вот, здорово, да, все получилось, отлично. И теперь еще пробуем
пробуем, пробуем вот такую вот комбинацию. Вот серая, красная и серая. Отлично, здорово. Так, следующую попробуем комбинацию вот так. Желтая, красная, темная какая-то, зеленая и светло-зеленая. Отлично. Серая, фиолетовая, вот это светло-зеленая, красная, белая и темная какая-то серая, что ли. Зеленая, светло-розовая, синяя, зеленая, вот это голубая, отличная, коричневая. Да, здорово получилось. Отлично. Светло-розовая, фиолетовая, здорово. Темно-зеленая и салатовая. Да, отлично, друзья. И вот это очень нужно быстро на скорости проделать. Вот так, да, здорово. Так, продолжаем, друзья. Хорошо. Отлично. И вот так. Хорошо. Все, вперед. Да-да-да. Так, что же здесь мы можем придумать? Очень непростая комбинация. А, вот, 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 вот. Да-да-да-да-да. Вот, вот так. Нет, 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 вот, вот, друзья, получается. Очень нужно спешить. Да, здорово получилось. Отлично. Так, следующая комбинация у нас будет. Попробуем вот такую вот. Отлично. Все у нас получилось. Здорово. И зеленая. Отлично. Так, светло-зеленая. Синяя. Это оранжевая. Вот так. Нет, что-то не так. Вот. Нет, 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 нет. Ой-ой-ой, друзья, запутался. К сожалению, запутался. Что же тут поделать? Вот так, возможно. Нет. К сожалению, друзья, запутался. Но неплохой результат. 134 золотых заработано нашим Томом. Здорово. А теперь мы с нашим Томом отправимся в дорогу. Попробуем побить рекорд поездки с нашим Томом с Анжелой. Итак, Том, собирай звездочки, не забывай про монетки. Замедление пока не берем. Будем брать только, когда будет действительно трудно. Отлично. Собираем, собираем звездочки. Хорошо. Вот так, здорово. Отлично. Первая монетка. Вторая. Здорово. Хорошо. Уклоняемся от препятствий. Вот так, здорово. Получается, отлично. Вот и первое замедление возьмем, а то что-то уже больно начали сильно ускоряться. Второе замедление. Отлично, собираем, собираем звездочки, вот так. Хорошо, здорово. Все у нас получилось, собираем монетки, звездочки, отлично. Хорошо, уклоняемся, вот так, здорово. Хорошо, и еще вот так, отлично. Здорово, собираем, собираем. Нет, 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 нет. Пока вот так. Хорошо. Отлично. Собираем, собираем. Вот так. Здорово. Все получилось. Отлично. Хорошо. Вот так. Здорово. Уклоняемся. А я не в другую сторону. Вот. Фу, получилось. Отлично. Еще вот так. Здорово. Взяли замедление. Отлично. Собираем монетки. Здорово. Хорошо. Не расслабляемся. Очень множество бревен. Еще вот так. И еще вот так. Хорошо. Вот. Здорово. Отлично. Взяли замедление. Так. И въезжаем в туннель. Хорошо. Собираем в туннеле монетки, звездочки. Отлично. Еще вот так. Ой-ой-ой. Вот так. Ой. Не успел, друзья, свернуть. И мы разбили машинку, но тем не менее Том заработал 34 золотых, но, к сожалению, рекорд не побит. Рекорд не побит, и пока еще попрыгаем мы с нашим Томом межпланетные прыжки. Так, прыжок. Отлично. Второй прыжок. Здорово. Еще раз так. Хорошо. И вот сюда. Отлично. Вот так, здорово. Ай, ай,
и улетел наш Том в космос. К сожалению, улетел в космос. А теперь давайте-ка мы сыграем с нашим Томом. Побег Тома. Так, классическая игра. Вот так, вот так, вот так, вот, отлично. И еще вот так, здорово, хорошо. Отлично. Так, подождем. Вот, вот так, здорово. Прыжок, и еще вот так, здорово, хорошо. Прыжок, прыжок, отлично. Подождем. Вот так, здорово. Отлично. Еще вот так. Хорошо. Здорово. Получилось. Отстрелы пролетели. Подойду. Вот так. Здорово. Вот. Отлично. И вот так. Хорошо. Здорово. Получилось. Перебежать. А так и вот так. Стрелы полетели. Дима. Вот так. Отлично. Вот. Здорово. Ждем крокодила. Следующий. И вот так. Хорошо. Вот так. Фу. Отлично. Не забудем поменять. Вот так. Отлично. Хорошо. Побежали. Еще вот так. Ой-ой-ой, стрелы полетели, страшно было. Вот так. Отлично. Хорошо. Вот так, здорово. Вот так вот. Отлично. Вот так, здорово. Продолжаем. Ждем. Вот так, здорово. К сожалению, не напрыгнул на маленький. Вот этот и наш Том утонул. И, к сожалению, немножко не хватило до рекорда. Но ничего, все хорошо. И еще давайте-ка мы построим с нашим Томом башню из тортов. Вот так. Ай, если же я трону беру. Ничего, будем играть с тем, что есть. Вот так, здорово, хорошо, отлично, есть. Продолжаем. Вот так. Отлично. Хорошо. Продолжаем. Продолжаем. Вот так. Отлично. И еще вот так. Хорошо. Отлично. Еще вот так. Да. Здорово. К сожалению. И тоже рекорд не побит. Так. Вот такая вот ситуация с нашим Томом. Немножко он устал, но еще бодрячком. Давайте-ка, друзья, посмотрим, как там дела у других Томов. За 5 золотых можно посмотреть, как другие игроки развивают своих Томов. Итак, за 10 золотых нашли в сундучке вот такого замечательного черненького Тома. Посмотрим-ка мы его гостиную, кухню, ванную комнату, спальню. Здорово, здорово. Следующий Том. Следующий Том у нас вот такой вот королевский черный котик, прикольный. Вот такая здорово гостиная, ванная комната, спальня, здорово, здорово. Все в таких королевских тонах, отлично. Итак, следующий котик, вот такой вот малыш. Всего 12 уровень, давайте поддержим игрока, пусть дальше развивает, поставим лайк. Да, здорово. Вот как веселиться за простой обычный лайк. Отлично. Так, и если вам, друзья, тоже понравилось, тоже поставьте лайки, подпишитесь на канал. Отлично. Посмотрим вот этого котика. Ну, к сожалению, ничего нет. Но посмотрите, здорово, какой холодильник, какая кухня красивая. Ну, гостиная еще не развита. Вот ванная комната, современный унитаз. И спальня вот такая замечательная. Здорово. Дальше посмотрим. Вот такой вот беленький котик с иракезом. Гостиная современная, здорово. Вот такая вот ванная комната и спальня, здорово. Следующий Том у нас. Вот такой комбинезоне, такой вот сикамский котик. Тоже 10 золотых.
На всем на новогоднем стиле у него. Здорово, здорово. Смотрим дальше. И вот такой вот серенький Тео. 10 золотых в сундучке. Но еще тоже не развит. Только-только начинает развивать. Следующий Том посмотрим. Ох, смотрите, какой прикольный тигр. С вот такой вот белая раскраска, шерсть, белый тигр. Корона, все в королевском стиле, здорово. Но посмотрите, это же 153 уровень, здорово. Ванная комната, обязательно поставим лайк. Да, здорово. Так, играем дальше. Вот такой вот стол. Тоже ничего существенного, к сожалению, в сундучке не оказалось. Хотя разбит очень все в таком космическом стиле, здорово. И вот такой вот замечательный сиамский котик. Здорово, все у него красиво, все у него хорошо, отлично. Далее. Вот, здорово. Вот такой вот черный ком, кот в ослепительной наряде. Сэма стрижкой, здорово. Вот такой жуткий унитаз. Да, здорово, здорово, друзья. Ну и на этом, друзья, будем прощаться. Наш уже котик немножко устал. А что это, кстати, еще такое, какая-то красная единичка. Не знаю, что она означает. Но тем не менее, друзья, давайте прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментарии, как еще улучшить нашего котика. Итак, всем пока. Прощаемся, всем пока.